Островные ветераны проверили меткость в полевой стрельбе и метании гранат. В третьей школе Южно-Сахалинска прошли соревнования среди участников Великой Отечественной. В этот раз к ежегодному мероприятию присоединились дети войны и пенсионеры. Всего на соревнования приехали больше 30 спортсменов из 7 муниципалитетов Сахалинской области. Самым дальним стал Тамаринский район. Участники отмечают, что подобные встречи – отличный повод для долголетия. Чтобы люди подольше жили. Я сказала, буду до 150 жить. До 100 лет. Другая говорит, а я, говорит, в 40 уже ничего не буду. А когда у них будет какая-то цель, не то что там грамоты, призы, питание, а какую-то цель задать. Мы для них организуем и чаепитие, и обеды, и общение. Если они хотят проехать по каким-то местам здесь, в Южно-Сахалинске, посмотреть культурные места. То есть эти все варианты мы тоже рассматриваем вместе с ними. Следующая встреча ветеранов и детей Великой Отечественной войны пройдет в июле. На этот раз пенсионеры будут соревноваться в шахматах. Поединки приурочат ко Всемирному дню этой игры.